Нормально? Я думаю. Пока не трогаем. Они, как сказать, вот так вот. Мы любим сорить деньгами, кстати, новобрачным желаю того же. Так утром встает Юрий, выходит на балкон, дай-ка 5000-ных покидаю. Нормально, раскидываем, раскидываем. И Ирина потом выходит, ну давай я тоже пару кину. Итак, ну что ж, задача проста в первом конкурсе. Очень просто. Вам нужно набрать как можно больше купюр. Собрать. Куда? Куда? Руками. Исключительно руками. А тапочки-то зачем снимать? Ну да, будете в тапочках работать. Сложнее всего будет Елене. Задача осложняется тем, что глазки у вас будут завязаны, и денежки вы будете собирать с завязанными глазами. Будет весело. Александр, аккуратней. Девушка у нас так тэквондистка с утра. Да, ты по запаху, по запаху. Деньги, как говорил Мирон, не пахнут. Понимаете, Сергей? Да не пахнут, я вам скажу. Елена, не волнуйтесь, я понимаю, что вы выиграть хотите, но что уж так совсем готовиться-то? Итак, давайте поаплодируем нашим конкурсантам. Потому что сейчас они отправятся собирать деньги. Победит тот из вас, кто наберет наибольшую сумму. Поехали! Это ботинки Александра, Лен, не трогайте их. Вот еще не все собрали, вообще нормально, хорошо. Оля назад, Оля! Я назад. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, хоть ногой. Еще, 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 есть еще. Так.